7 мая, 14 год, Харьков, 9:46 по Киеву. Ходят уже по Киеву. Это за окружной. Куда ты идешь? Куда ты на трапку. Там та трапка. Это северная Салдовка. Храм на перекрестке тракторостроителей и героев труда. Не помню, как он. Ярослава, что ли? Не помню. Ну вот еще знаковый один. Это у нас монолит парус. 24-этажка. Возле грибного канала. Вот он, собляк. Не сориентируйся, что это за труба. Топографический идиотизм. Что не узнаю я, что это может быть? Пойдем уже домой. Да сейчас пойдем с вами. Песню пока спою. Так, а это у нас в районе Коммунара 100%. То есть подъем Жулярди. Там авиационный. Понятно, тут хотя бы ясно. Коммунара не видно за этой 16-этажкой, видимо. Так, ну вот это хороший ориентир еще. Хаевская общага Харьковского авиационного института. Шестнадцатиэтажка, нам Шервуд закрывает. Вот Шервуд. Спуск 16-этажка закрывает. Так. А вот то, я так понимаю. Я ничего не понимаю, не буду говорить. Думал, что 23 августа. Так, ну и вышка наша. Приметная. Отвините нас на этом.
Так, вот это у нас подъем к поселку Жуйковского, круг двойки троллейбуса. Там Хартрон. Церковь не вижу, где она. В общем-то, из приметных вещей все окружное. Там где-то поворот как раз наверху на немецкое кладбище. Ну, по-моему, это знак и виден отсюда. Поворот налево на немецкое кладбище. Отсюда не видать. Ну, пошли циркунные. Ничего приметного. По определению. А почему мы не идем на то? Потому что мы там папа. Идем. Идем.